Отпустите меня на бал! Зачем мне отпускать тебя на бал, когда у тебя есть моя кухня? Ну не могу я вам сказать. А я не могу тебя отпускать! Говорить или обить тебя, этот паломник. Раз. Два. Я люблю принцессу. Интрижка! Ну ты же обычный повар! Нет. Ты же посудомойка! А она принцесс! Ну так в этом и дело, шеф. Это бал маскарад, все будут в масках и... И принцесс тебя не узнает, потому что ты тоже будешь в маске! Сильней, к черту драму слушай
падешь. Ножки пожалей, милый простачок мой, брось, и я не проживешь. Странный ты во всем, глупый, несловливый, бедный на себя всех. К тому же посмотри, ну ты же словно тютя. Говорю лишь о зомби. Мамочка поймет, мамочка утешит, вместе с мамой ты сильнее. Thank you.
принцесса. Да, я принцесса. А вы принц? Нет. Но тоже на П. Ваши сапоги. Кости. Они желтые. Хочешь, подарю один? Давайте. Они замечательные. Thank you.
объясни мне, пожалуйста, ну почему ты такой тютя? Но она же стояла прямо перед тобой. Ты мог с ней хотя бы заговорить? И вообще, кто с ней танцевал? Вот кто это был? Может, у него была какая-то деталь? Галстук? Нет. Бабочка? Не подходит. Может быть, брюки? Тёть? Это что, желтый сапог? Я вас нашла! Это вы тот самый человек с желтыми ботинками! Да, это он! Это мой Тюдор! Мы теперь можем с вами пожениться! Конечно! Конечно, дети мои, вы можете пожениться! А ведь по-другому быть и не могло. Ведь в игру вступаю я. Я здесь кукла-нут. В какие игры мне приходится играть? Ваши лица стерты, краски тусклые. Хотя нитями души безвольной, но кто-то должен управлять. И каждый день мы выбираем. Мы либо люди, либо куклы. Ваш мир – бездвижный механизм. Но для деревянных душ есть законы нитей и шарниров. Я предлагаю вам антиутопию, удобный мир. Вам грустно? А я хочу, чтобы вы смеялись, подобно Арлекино. Я хочу разрисовать недры вашего сердца. Закон текстуры тут один. Я художник, иллюстратор, скульптор, а вы мой белый чистый лист. Вы спросите, зачем мне кукловод? К чему мне маска, роль, ярлык, личина? Для полых кукол отведена рука промеж пустот. Ну так позвольте позаботиться о вас, графиня. В общем, в такие игры мне приходится играть. А маскарад подходит к необходимому финалу. Кукловод негласно победил опять. Но об этом куклы не узнают. Их лица стерты, краски тусклые. И каждый день мы выбираем. Мы либо люди, либо куклы. Частью высшего общества.
по-прежнему искренне. И сапоги его желтые, такие дурацкие, классные одновременно. Возможно, он не знает, что такое этикет, не умеет делать реверанс, но он все равно мне нравится. Он такой, какой он есть. Всю жизнь меня окружали творцовые сплетники и лицемеры, которые только и хотели, что мне понравится, лишь потому, что я принцесса. А он умудрился подарить желтый сапог. Вот вы скажете, что это нелепо и глупо. Принцессе подарить ношеный сапог. А я вам отвечу, это не глупо, это искренне и смело. С ним я чувствую себя живой. Наконец-то в моей жизни появился свет. Что они любят друг друга.
что они счастливы. Вы счастливы? Ты ведь тоже можешь быть любимой. Посмотри на шефа. Разве плохо? Вы свой ресторан и крутой французский акцент. И вообще, если ты забыла, то я тоже прав. Теодор Август Октябрьевич, я тоже имею право указывать кому, что делать. Поэтому, мама, ты не лезь. Шеф, забери!